Привет, друзья! Вот трубу видели, постоянно у нас шныряет синичка. А там, оказывается, у нас уже вывелись малыши. Вот она. Начали уже пискать. Пищат. Плохо видно в трубе. Далековато в трубе сидит. Птенчики наши, синички, вон они маленькие. И она сидит с ними. Вот такое вот на заборе. Труба. Мы тут проволоки какой-то натыкал я когда-то, чтобы не валялось. А тут у нас нашла себе гнездовье синичка. Подошел, пищали, начал снимать сверху их. Затихли, и наступила у них тишина. Потревожили их, так сказать, быт. Ну, на такие глазки смотрят. Плохо, конечно, видно в трубе. Но вот нашла себе место в таком месте. Котиков тут нету, никто не достанет. И она так вот малышей себе вывела. А тут папа прилетел, чирикает вон. Переживает, нервничает. Переживает, нервничает. Прыгает с ветки на ветку. Вот он. Отец семейства. Отец семейства. Ну что? Вот такие вот, друзья, вот так вот гнездится птичка-синичка. Плохо видно, не фокусируется. Вот сфокусировалась. Сколько там малышей, неизвестно. Сколько их там сидит под мамашкой своей. Все, друзья, вот такая вот картинка. Подписывайтесь на канал, поддержите, ставьте пальчики вверх. Всем добра и удачи. Берегите друг друга. Всем пока. Пока.